Требование амнистии политзаключенным – это одно из тех требований, которые вся российская оппозиция, которая достойна называться этим словом, всегда выдвигала и поддерживала. Я могу даже сказать так. Сейчас это, по большому счету, критерий порядочности человека. Вот если он выступает за освобождение всех, именно всех политзаключенных, то он человек порядочный. Если у него возникают какие-то возражения, то, честно говоря, это фу-фу-фу. В этом отношении власть, судя по всему, решила, что хватит уже запугивать, люди достаточно запуганные, пора проявить дозированное милосердие. Честно говоря, амнистия по отношению к людям, которые ни в чем не виноваты, выглядит несколько странно. Типа, ну вот мы просто взяли вас, помучили, но теперь мы вас прощаем. С другой стороны, для самих людей, которых реально мучают, в самом прямом смысле слова, конечно, уже все равно, каким образом выходить оттуда, лишь бы их перестали мучить. И в этом отношении даже это дозированное, лукавое и очень нечестное милосердие следует приветствовать.